Він автар стримається така вулкані. Браті і сьогодні. Сьогодні православна церква зустрічає день пам'яті священа мученика Клімента. Це головний герой епископа города Рима. Священомученик Клімент, як соработник апостольський, був сослан сюда Херсонес указами імператора из Рима. І здесь кардиналовник Херсонесский продолжал проповедовать Слово Божие. То есть абсолютно не сломило его изменение политического положения, его социального положения, то есть нахождение вообще на окраинах того цивилизованного мира, который был абсолютно не сломило. Более 75 общин он образовал здесь, вернее, Христос образовал свою помощь. И вот, братья и сестры, что же мы, какие выводы мы можем сделать с этого? То, что сейчас действительно время такое же, как во времена этого священномученика Климента и епископа Римского, потому что действительно большинство людей вокруг нас бывают языческие, то есть они считают себя христианами, таковыми очень можно назвать их с трудом. И вот священномученик, он создавал эти маленькие общины, то есть непосредственно маленькие, я не думаю, что это было 75 общин в той, как мы привыкли сейчас видеть, что это просто 75 приходов. Нет, скорее всего, что это были на базе каких-то семейных, домашних церквей, общины, где там муж, допустим, какой-то ставился в действительность, и шло это богослужение. То есть и сейчас все это продолжает быть актуальным. И вот в этот день священномученика Климента, который отвечает здесь, недалеко от Херсонеса, и мы сегодня служим эту божественную литургию, чтобы Господь нам тоже помогал оставаться независимо в любой ситуации, оставаться в Христе, со Христом будет. Чтобы мы не просто были какими-то внешними исполнителями непонятных обрядов и традиций, а